машинка представляет. Привет, малыш. А давай с тобой сегодня поиграем. В какую игру? В конструктор, конечно. Собираем. Мы запчасти прикрепляем, красим кузов, ставим стекла, крепим двери и колеса, а потом гоняет пыль наш чудной автомобиль. Ну что, дружок, поехали! Начинаем сборку нашего автомобиля. Что ж, начнем. Главная запчасть нашего авто – это кузов. Он большой, и на него крепятся все главные запчасти. Дальше идут колеса, задние и передние. После колес, конечно, идут двери. После дверей мы ставим стекла, лобовое стекло, переднее боковое, заднее боковое. Дальше идет спойлер. После него идут фары. Сзади ставим стопы и повороты. И начинаем гонять. Это что за кобылица? Пьет бензин, а не водицу. Конечно же, это машина. Отойдите, я машина, и внутри меня пружина. И с утра всегда она на весь день заведена. Пью бензин и масло ем, хоть не голодно совсем, а без них я так болею, что поехать не сумею. Бежит, гудит, в два глаза глядит, только красный глазок глянет, как вкопанный станет. Конечно же, это машина. Нравится тебе, дружок, сегодня наша машина? Конечно же, свет горит, мотор гудит, на колесах шины, по дороге лихо мчит нас в себе машина. Ах, какая у нас сегодня с тобой машина получилась. Молодец. До новых встреч тебе, хорошего настроения, пока.